Всем привет, меня зовут Евгений Попов. Я хочу рассказать вам про разные типы самокатов, чем они отличаются. В сегодняшнем видео мы узнаем про конструкцию детских самокатов, самокатов для фристайла, городских самокатов и, собственно, внедорожных. Подробнее остановимся на каждом из типов. Начнем мы наш обзор серии городских самокатов. Здесь на примере самокатов бренда Tempish я покажу основные отличия, чем городской самокат отличается от других типов. Во-первых, это обычно большие колеса, которые позволяют перемещаться на большие расстояния без проблем на самокате. Во-вторых, это складной механизм. Большинство городских самокатов мы можем сложить, чтобы удобно было перевозить его в транспорт. У каждого самоката есть регулируемая ручка. Также городские самокаты всегда оснащены задним тормозом, в некоторых случаях еще и передний, который сделан в виде ручки. На данном самокате у нас один из самых простых, доступных, но тем не менее надежных механизмов складывания. Для того, чтобы сложить самокат, нужно открыть скобу и нажать на ручку. Самокат складывается и фиксируется для того, чтобы можно было переносить его в транспорте. На примере самоката Frenzy мы рассмотрим еще один механизм складывания. Этот механизм хорошо зарекомендовал себя в городских условиях, потому что он очень надежен и прост в использовании. Просто нажимаете кнопку, и самокат складывается, соответственно, по тому же принципу он собирается обратно. Грязь не помеха этому механизму, ни вода, ни грязь. Он никогда не забьется, всегда будет надежно работать, и не нужно каких-то серьезных усилий, чтобы им воспользоваться. Также на примере этого самоката мы рассмотрим амортизатор, который ставится спереди на переднее колесо для того, чтобы человек, который ездит по городу с не очень ровным асфальтом, было достаточно комфортно. Этот амортизатор помогает снять нагрузку с руля. То есть руки будут меньше уставать. Также у самоката с амортизатором обычно есть задний амортизатор. Сделан он в виде таких специальных перьев, которые гнутся от веса райдера и тем самым добавляют больше комфорта при катании. Любой самокат, который вы используете для города, можно собрать следующим образом. Также у самокатов обычно складываются ручки для того, чтобы отправить самокат либо в багажник машины, либо на зимнее хранение. Это очень удобно, потому что самокат становится максимально компактным. Но в случае, когда вам нужно ехать, вы легко и быстро собираете самокат обратно. Все, самокат готов к эксплуатации. На примере самоката Микро я хотел бы показать еще одну дополнительную функцию, которая есть в самокатах. Это деревянная дека. Деревянная дека очень удобна, когда люди, опять же, катаются по городу, по неровному асфальту. За счет того, что на нее происходит давление, она амортизирует многие неровности. Плюс самокату добавляется немного динамичности. И еще одна отличительная черта городских самокатов – это подножка. Подножка есть в 90% городских самокатов. Она обычно спрятана, но ее всегда можно достать, поставить самокат. Это очень удобно, опять же, в городских условиях, плюс при хранении самоката. На данном самокате Микро сделана другая система складывания. Она на двух кнопках и, собственно говоря, зажиме. Открываем зажим, нажимаем две кнопки и складываем самокат. Система достаточно надежна, сделали ее немцы, и, в принципе, к ней тоже нет никаких нареканий. На примере самоката Глобер я хотел бы показать еще один механизм складывания. Здесь вам не нужно складывать его рукой, самокат складывается от нажатия ноги. Это дает дополнительные преимущества в плохую погоду, когда вам не нужно трогать пыльный самокат после дождя, вы можете просто нажать ногой, и он сам сложится. Также у этого самоката есть ручной тормоз. Ручной тормоз фиксирует переднее колесо, но надо понимать, что это дополнительный тормоз, его нельзя считать основным. Начинаем мы торможение всегда на заднем тормозе.
это тормоз дополнительный. Самокат для фристайла – это самокат для выполнения различных трюков, катания в пуле. Основное его отличие – то, что это не складная конструкция. Это монолитная платформа, которая выдерживает нагрузки достаточно высокие, ударные. Это монолитный шток, как вы видите, с широким хватом. То есть это не детский самокат, это взрослый самокат, либо самокат для подростка. Также у этого самоката маленькие колеса с металлическими ступицами. В общем, это инструмент для фристайла. С этим самокатом вы можете прыгать с любых дропов. Главное, чтобы вам хватило техники. На примере самоката Tempish Boss я покажу вам отличия основные самоката для внедорожья от других самокатов. В принципе, рама и конструкция штока сделаны как в самокате для фристайла, чтобы выдерживать большие серьезные нагрузки. Но основное отличие – это колесо. Колесо накачиваемое, его можно накачать с помощью обычного насоса. Также у него достаточно агрессивный протектор, чтобы можно было ехать по бездорожью и грязи. Еще одно чудо, которое мы не могли вам не показать – это самокат. Это взрослый самокат для карвинга и скоростного спуска. У него совсем другой механизм работы. Он поворачивает не за счет поворота руля, а за счет наклона корпуса, наклона самого самоката. Потребности у людей разные, соответственно, производитель старается угодить каждому. Встречаются самокаты с кодовым замком, который встроен в шток руля. Этот самокат вы можете везде пристегнуть, не возя с собой дополнительные приспособления, и оставить возле магазина. Ну и, наконец, одна из самых популярных категорий – это детские самокаты. В основном это копии взрослых самокатов, но технологии не стоят на месте. Производители стараются дать детям все лучшее, и самокаты получаются очень технологичные. Данный образец – самокат микро, он с тормозом, у него регулируется по высоте шток, соответственно, он подойдет ребенку от 3 до 7 лет. Поворот у данного самоката происходит за счет наклона корпуса, а не поворота руля, что очень удобно маленьким детям. Подробнее про детские самокаты мы расскажем вам в одном из наших следующих видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!